кто-нибудь прочтет стихи. Кстати, вот, честно говоря, из школы мало чего остается. Я так вспоминаю, учиться надо, конечно, но в жизни мало что. Химия вообще мне не пригодилась, кроме H2O. Из математики уравнения, когда вот из рублей в доллары переводить особенно. Это вот возникло у нас. Ну, конечно, русский язык обязательно, литература, иностранные языки. Но что обязательно нужно, ребята, в школе? Это стихи, которые учите. Они много-много раз потом пригодятся. Во-первых, прекрасные стихи. Во-вторых, столько будет жизни моментов. И будут спектакли, и КВН, и просто тост. Самый лучший тост, самый, это прочесть стихотворение. Все, что в школе учите, не забывайте. Повторяйте перед сном, когда уснуть не можете. Итак, сейчас минута поэзии. Так, ты будешь, да? Давай. Начнем с тебя. Ты первый подняла руку. Как тебя зовут? Марина. Мариночка. Как он? Ты в школе учишься или еще нет? Нет. В садике. Ну, там тоже нет, в садике тоже не учишься. А где ты? В институте. Свободный художник. В аспирантуре уже. Молодец. Потому что где она учится? В лицее? Свободный художник. Свободный. Ну давай. А где ты? Просто дома, да? Не важно, короче. Куда? Благосветло, она в детский садик вылетела. Ладно, неважно, молодец. Давай, читай.